Доброго времени суток, 26 августа 17-го года, подкаст «Ушедного дня», радио Ти, выпуск 560. Как подказал, какой год я был вместе с коллегой Ти. У нас сегодня Thank you.
лимит, почему должны заблокироваться? Потому что не заблокируется, не нарушит какие-нибудь положения. Пункт 18 не очень хочет, он просто предъявляет. Что-нибудь такое не будет. А самое главное, что это будет, он не будет, если кто-то для рука. Даже не пробовать это. А для рука это как-то пункт, это не пробовать. По-моему, конечно, на площадке, когда они приходили к комьюнити, на конкретный момент, ну, не знаю, мне кажется, что они тебя просто культурно будут объявлять об этом. И родители культурно станут больше, они
мне это видится бессмысленной оптимизацией, такой же бессмысленной оптимизацией, но бенчмаркинг, как я почти терял, Thank you.
наши сотни систем поймут сразу сходу. Он говорит, ну как translation? Он говорит, да, зачем? Не, ну меня это, конечно, удивляет. Ну, я не знаю, по мне так плохо все, это не все плохо, а плохо какие-то конкретные вещи. То есть я бы вообще плохо все, наверное, не знаю, нужен ли такой код. Это, ну, да, смотри, допустим, сейчас у тебя из инпута три параметра. И сейчас у тебя плохо все три параметра. А ты добавил четвертый, и можно и четвертый, это хороший, но раз код плохо все, наверное, меня в принципе немножко пугает, но убрать все коды по сути, которые
сантиметров примерно одинаково. А со стульями все не так, все немножко по-другому, потому что когда человек говорит, нарисуйте стул, обратите внимание, что тоже такой очень, там вся очень высокая diversity, поэтому там смотрят там в разные стороны. Короче, очень прикольно смотреть на эти данные, обязательно посмотрите, и вообще очень клево, что вы все-таки сподобились их выложить. Я думаю, что выложу вам не все, потому что говорят, что там 50 миллионов платформ всего, и это не так много. Вот. Но при этом, конечно, это очень прикольная сама по себе тема, потому что ты берешь и после этого садишься и обучаешь систему, как это сказать, рукописного ввода, распознавать объекты на этой базе очень легко. Вот. Но, конечно, вообще еще прелесть идеи в том, что Google обладает сейчас возможностью выбрать себе маленький китайский поселок по первому клику набрать для того, чтобы рекомендовать свой искусственный интеллект. То есть числа их уже не особо и волнует, но вот они 50 миллионов в раз набрали. Надо было больше прочих набрать. Ну подожди, но это же они не первый раз это делают. У них была такая игра, если ты помнишь, в которой типа двум людям показывалась картинка, и нужно было, чтобы один человек на одинаковое слово ответил еще одну картинку. Типа это была довольно большая игра, там было такой, не знаю, не так.
все нёрды, как или иначе. Возвращаясь к теме нёрдов и нёрдов.